стоит ли играть в эту игру в 2021 году? Думаю, нет. Если вы не играли в эту игру, конечно, то можно как бы и поиграть. Если вы вообще в Battlefield не играли, можно поиграть, а так, думаю, не стоит. Потому что я посмотрел обзорчики, сам поиграл, и меня просто не впечатлило. Просто вступление такое тупорылое, непонятное, вот сейчас будет. И оно у меня повторяется постоянно, я не понимаю почему. Великая война закончилась в гробовом молчании. Жизнь продолжалась. И в тишине мы стали забывать. Говорит Лондон, сейчас вы услышите обращение премьер-министра. Я обращаюсь к вам из кабинета правительства по адресу Даунинг-стрит 10. Англия, 1939. Сегодня утром посол Великобритании в Берлине передал германскому правительству окончательное уведомление. Я должен сообщить вам. Теперь наша страна в состоянии войны с Германией. Отец спросил меня, был ли я действительно готов к войне. Он говорил мне, хороший солдат убивает врага, не воспринимая их за людей. Увидев в них человеческих собратьев, он перестанет быть хорошим солдатом. А я был хорошим солдатом. Боже, помоги мне. Внутри каждого из нас есть семена, из которых может вырасти величие. Мы сами создаем свое будущее. Мы должны сами выбрать его, взрастить и направить в нужное русло. С ним нужно обращаться уверенно. Иначе из-за нашей мягкости оно затеряется в тени. Война раскрывает потенциал людей без остатка. Самые светлые моменты, самые мрачные часы. Вершины отваги, глубины, ненависти, надежда, стойкость, бесчинство, смерть. Норвегия, 1940. Постоянно в одном и том же моменте подлагивает. Я не знаю, установил игру на SSD, и она грузится 3 года, блять. Док в Нарвике. Ночной рейд на Нарвик. Тупо вступление. Спускаемся на парашюте. И летим в бой. Чего он умер от старости, походу? Ну, графика на высоте такая. Игре уже как бы третий год пошел. Все равно приятно, радует глаз. Подлаги непонятные. Ну, секундочку. И постоянно сбиваются. Я не знаю, это у меня
какой-то прикол. Сбиваются настройки, я не знаю что. DLSS не могу включить. Хоть у меня RTX 2060. Ну как бы не топчик, но блять, все равно. RTX должен работать, DLSS для повышения производительности. Да, сейчас выйдет танк, стрельнет, и мы продолжим с другого момента. Мы сражались повсюду, в любых возможных условиях, используя оружие, о котором даже не мечтали. Ливия, 1941. Но смерть есть смерть, где бы ты ни был. И крики смерти звучат одинаково на всех языках. Мюллер, вперед, вперед! Осторожнее! Танк! Финальный прорыв у Толбрука. Пам, бля. Так, тихонько, рамбуем, рамбуем. God the World of Tank, не зря, блядь, дали, блядь, себе знать. Ебать. Но точно, ебать, я бы сказал, лучше, чем World of Tank. Класс, вылазит. Братан, залезь, сейчас же убьют. Опа, танки. Здравствуй. Ого, он подпрыгнул. И сейчас опять, ебать. Просто едем, блядь, куда-то в какую-то жопу, какие-то ракеты летят, взрывы, блядь. Мы продолжим следующего чекпоинта. Ну давай, где анимация? Бах, бабах, ебать, весело, охуенно. Технологии развивались быстрее, чем люди успевали использовать их плоды. Тунис, 1942. Ваши, наши, это не имело значения. Эта война доказала, что от горных вершин и до океанических глубин нет более смертельной машины для убийства, чем человек. В тылу врага на перевале, перевал Касерин. Так, теперь мы играем типа за снайпера, да? Это показывает нам... Лекарь. Да, чисто из-за графики поиграть может. Сейчас опять мы поубиваем чувачков. Нас перекинет следующий чекпоинт. Такое, блять, они, ну, изначально просто, ну, нет интереса играть в эту игру. Ай-яй-яй, самолет, господи. Тотальная война привела смерти к нам домой. Ей было недостаточно солдат на фронте. На этот раз в прицеле оказались рабочие на производстве. Германия, 1943. Обычные люди в поездах и дети в школах. Я, кстати, ни одного в прошлый раз так самолетика и не сбил. Мы приближаемся к бомбардировщикам. Поднять нос. Нос поднят. Ускорение. Шух. Не, красивая игра, красивая. Музыка красивая. Настройки управления. Данные настройки можно в любое время изменить меню.
Перехват 14-й эскадрильи РАФ над Гамбургом. Так, мы летим. Блять. Ебать с меня летчик нахуй. Ебать, давай хоть один самолетик, блять. Ебой. Знаешь, за немца вроде играю, да? Сейчас, в данный момент, да? Блять, я не понимаю. Так, и что это было? Ага, да-да-да, это типа по мне стреляет, да? Не надо его ёбнуть. Блять, понять только, блять. Опачки, я ему крыло сбил, да? Хорош. Не, он просто дымит. Мы его должны добить. Давай. Ебать, он уворачивается. Блях, кто по мне стреляет там? Так, все, я проебал его. Все, нахуй, следующий. О, это бомбардировщик, да? Это фиаско, братан. Это... Ебать. Не убью, так покалечу, блять. Сейчас я падаю. А, ну вот, все, следующий чекпоинт. Летчики, пехотинцы, добровольцы, призывники, они и мы. Откуда исходила опасность, было неважно. Угроза смерти сплотила всех. Нидерланды, 1944. Последний рубеж обороны. Немигенский мост. Победа означала жизнь. Тут то же самое. Мы идем, хуй знает куда, блять, в жопу труда. Что-то тут кого-то ебашим. Здрасте, нам говорят. Становитесь за пулемет. Походу тут должны просто убить. Все, следующий чекпоинт, ебать. Это вступление Battlefield 5, блять, кто не играл. Но это фиаско, это пиздец. Честно, вот я посмотрел обзор чувачка одного, блять, но передает то, ебать, непонятно нихуя, просто вот, ебать, вот что за хуйня, блять. Самое презренное из всего, что создал человек. Что заставило это снова к нам вернуться? Сила чьей-то невидимой руки. Руки того, по чьей воле мы рождаемся в боли и крови. И умираем в страхе, совсем одни. Пока ты не направишь оружие на врага и не нажмешь на спуск, ты не готов к войне. Ты готов лишь умереть. О, Черчилль поехал. Начало. И конец. Между одним и другим.
Между первым и последним мы всегда что-то ищем и порой находим братьев, сыновей и дочерей, матерей и отцов. Мы не мыслим мира без них, и другой жизни у нас не будет. Battlefield 5 просто ни о чем и о чем-то. Так, сейчас грузимся 3 года. Мы же игру поставили на SSD, чтобы она долго грузилась, естественно. Так, настройки, профиль. Так, настройки. Видео дополнительно. Так, это тут... размытие это нахуй надо убрать. Я ненавижу размытие. Размытие движения, Так, тут ничего подтверждать не надо. Все, выход. Нажимаю выход, да? Мы вступление типа отыграли, да? Оно типа не должно теперь быть, как бы. Ну, вышло, все супер. Так. Да, играть. Играть. О, пошло. Супер. Так. Ну, блядь, если, сука, опять будет вступление это ебучее, ебал нахуй. Да ну какая яркость, я уже настраивал это, как это, блядь, прекратить, нахуй? Не хочу каждый раз пропускать, но это пиздец, это тупо. Да мне похуй, блядь, это каждый раз одно и то же смотреть. Это что за хуйня, блядь? Пропустить. Пропуск. Война раскрывает потенциал людей без остатка. Самые светлые моменты, самые мрачные часы. Вершины отваги, глубины ненависти, надежда, стойкость, бесчинство, смерть. Норвегия, 1940 год. Один и тот же подлах. Давай. Вот он. Есть.
Короче, пошли нахуй. Да мне похуй, блядь, док, сука, в Нарвике, блядь. Можно это пропустить как-то побыстрее? Не хочу вот каждый раз заходить в игру, чтобы поиграть пару миссий, блядь, или одну, или минут 10 просто. Блин, это пиздец, настройки сбиваются постоянно, блядь. Так как тут это, блядь, сохранить это все? Как это, сука, сохранить? Может, тут надо подтвердить как-то нажать? Подскажите, пожалуйста. Что это, блядь, хуйня какая-то мне улыбается, блядь. Короче. Выход нахер. Короче, если хотите, чтобы я поиграл в это говно, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, дизлайкосы, мне все равно. Спасибо, кто смотрел.